коровка, которая должна была отелиться у нас, отелилась. А вот теленка лежит сейчас, употребляет в пищу окситоцин, который в обилии присутствует в слизи, которым покрыт теленок. Вот, можно посмотреть, молочко уже течет из соска, причем под напором. Надо быстро ее начинать доить. Коровка более-менее адекватная. Да, окситоцины сразу. Она не... Теленка хотя бы не бодает, на рога не садит, так что дадим ей еще полизать его, потом забираем. В принципе, они спокойно относятся к отсутствию теленка, не мычат, не помнят про него, так что это хорошо. Самое главное, что это девочка. Да, на свет появилась телочка. Вон, можно глянуть. Телечка. Да, телочка. Ладно, всем всего хорошего. До свидания.